ко мне пришел Андрей Малаков. Я, в общем-то, искренне его приветствую. И хочу сказать, что вот с гарнитурой ты не умеешь общаться. Вот обычно, я первый раз, да. Радиомикрофон, да, и так далее. А на баскетболе, хочешь сказать, не первый. На баскетболе не первый раз. Я был в Америке, когда учился в университете. Но могу сказать, что по атмосфере ничуть не хуже. Там больше народу, конечно, свободных мест нет. И лишний билетик спрашивают в 200 метрах от зала, да, но неплохо. Я хотел бы вот о чем тебя спросить. Ты как человек, который следит за, естественно, рейтингами. Uh-huh. Человек, который полностью связан с телевидением и, конечно же, очень чутко реагирует на какие-то изменения в конъюнктуре. Вот на твой взгляд, вот та атмосфера, которая здесь, она конкурентоспособна? Она конкурентоспособна. Я, честно, ожидал, что здесь можно будет купить попкорн и пить колу, но здесь все с этими с битами со или как стикерами. Со стикерами, да, да, так да. Называется, Вузулела. Ты знаешь, да, но это некоторые особенности, может быть, даже подмосковного баскетбола, да, открою тайну, что ты можешь, в принципе, я тебя отпущу скоро совсем, пойти в буфет покушать, если ты голодный. Нельзя проносить, в общем, еду никакую абсолютно, и тем более питье в пластиковой таре. Скажи, и еще одна разница, я заметил, это группа поддержки, американские Cheers Girls, только в кроссовках. Они никогда не на каблуках, а здесь девчонки на каблуках. Ну, в общем, здесь может быть более качественное покрытие, которое позволяет, наверное, такие вольности. Скажи мне, у меня вопрос. Вот этот 33-й номер из Уникса. Вранеж. Какой у него рост? Это какой-то 2 метра 30 сантиметров. 2,30. Большой дядька, да? Сильно. Но, между прочим, имеешь возможность пригласить себя на программу совершенно спокойно с ним о чем. Пусть поговорит. Я думаю, что нужно взять, конечно. Тем более мы делаем сейчас эфир на следующей неделе с нашими хоккеистами, нашей юношеской сборной. И мы спорим, можно ли до такой степени отмечать победу или нет. Я об этом знаю, в смысле об эфире, не о степени, можно ли отмечать или нет. Скажи, пожалуйста, ты в последней программе «Прожектор Пэрис Хилтон», по-моему, перед Новым годом было, постоянно жаловался, так что ты все время работаешь. Я тебя постоянно вижу в остатке, на чем я не каждый день. Сейчас у тебя что, отдых? Сегодня суббота все-таки. Субботний день он должен быть. Ну ты пойми, но каждый день это каждый день. Значит, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Ну, честно признаюсь, они мне так с завидной регулярностью приглашают меня на баскетбольный матч, и я каждый раз не мог это сделать. Сегодня я решил, что раз это выпало на субботний день, и можно проехать, пока еще нет этих безумных пробок, нужно посмотреть своими глазами, как это... Могу тебе сказать, что добавляешь ты имиджа, конечно, и клубу, потому что половина партера смотрит на тебя, а не на баскетбол. Прекрати. Честно. Нет, могу сказать, что я же посмотрел в интернете, на какой матч я еду, и все, и, конечно же, серьезные противники у Хима сегодня. Ты знаешь, я тоже кое-что посмотрел в интернете. Скажи, пожалуйста, вот девушка, которая с тобой, это та самая из книги «Мои блондинки» или она еще туда не внесена? Это твоя невеста, нет? Нет, она не из книги, она не из книги. Еще не из книги? Она не из книги. Ты к маме съездил? Ну, признавайся. Нет, я не был у мамы, честно. Я был в городе Апатиты год. Да. Год не был. Ну это как относится? Как к этому относиться, скажи, пожалуйста? Даже на баскетбол сходил. Послушай, а про тебя были слухи, что где-то скрывается в деревне, где-то засел, или это про другого Малахова? Извини, я... Это про другого, это Геннадий Петрович. Ты никуда не уезжал. Геннадий Петрович, да, скрылся? Геннадий Петрович скрывался. Я сейчас был на Мальдивах 10 дней, и могу тебе сказать, что, вернувшись, вдруг понял, что в соседнем номере жила Тина Кантелаки, которая узнала, что я там, и не выходила из номера, боясь пересечь. При этом она молчала. Ты представляешь, 10 дней бедная Тина летела 8 часов, чтобы увидеть. Именно она боялась, что я увижу, с кем она прилетела, и поэтому она сидела, закрывшись в номере. Смешная история. Скажи, пожалуйста, по поводу отдыха на Мальдивах. Ты, в общем, не могу сказать, что чересчур загорелый. Ты где-то на Мальдивах в погребе был или... А просто ты боишься солнца, ты, в общем, нет, не выходишь на пляж или выходишь в майке? Нет, я выхожу в рубашке. Но я периодически делал снорклинг, пляж casual, снорклинг, да, и был на рыбалке. Даже поймал тунца. Не очень большого, но... Но все-таки. Ты его ел или ты его отпустил? Нет, съел. Съел, да?
Шикарно. Скажи, пожалуйста, вот то блюдо, которое тебе предлагается, насколько интересно для человека, который, ну, так скажем, далек несколько от баскетбола? Вот ты понимаешь то, что происходит на площадке? Нет, конечно. В принципе, конечно. Что, не к тому, что ты уж совсем, да, чайник, кофейник, но тем не менее. Да. Что в баскетболе привлекает вот обыкновенного зрителя, который пришел глянуть? Вот помимо телекамер, которые ты уже просчитал, да, там людей с микрофоном и так далее, все ясно. А вот баскетбол сам. Ну хорошо, в раннем 2:30, да? Нет, ты смотришь на игроков, смотришь на их харизму, как они себя ведут, оцениваешь это с тем, как ведут себя люди в жизни. Да. Представляешь, я не знаю, почему-то была мысль, я представил некоторых, как они ведут себя на дороге, если они водят машину, если они так ведут себя. То есть ты такой постоянный анализ. При этом постоянно меняющийся счет и история. Есть динамика. Да, есть, это тебя держит. То есть это не... 45 минут, 22, да, один мяч. Хотя это все зависит от игры. Да. Потому что... Но здесь меньше комментариев. Может быть, если сидеть на трибунах, то комментарии людей, которые знают, они гораздо смешнее. Кто-то потому что здесь, да, здесь в таком полувипе сзади сидят... Я понимаю, что это, наверное, жены и подружки игроков. Да, именно тот самый сектор. Или те, кто хочет ими стать. Я думаю, что они тоже получают места. Кандидаты там тоже присутствуют, да. Мастера спорта. Поэтому это же тоже, наверное, интересная такая отдельная история. Если ты знаешь всю историю, это как светская жизнь. Тебе нужно повыше. Не на первый ряд, а где-нибудь на второй, третий. Пересесть, и там как раз вот... Наблюдать за услышишь, да. Потому что... Когда я ходил в Лужники на матч с Челси, то там, там вокруг меня сидели люди, которые очень смешно комментировали игру. И тогда это получается, что вот если ты смотришь по телевизору, все зависит от восприятия комментатора, который смотрит матч. Да, а здесь зависит от того, вокруг кого ты оказался. Да, это люди с чувством юмора, и они понимают, что они могут не цензурировать свои выступления, это в 1000 раз смешнее, скажем, того же прожектора Парис Хилтон. Скажи, пожалуйста, вот представим себе, да, смоделируем такую ситуацию, что к тебе в эфир там через неделю или на там, следующую программу должны прийти баскетболисты. Ты построил бы свое общение точно так же, как ты сейчас готовишься к хоккеистам, но там отталкиваешься от события, но тем не менее, вот спортсмены для тебя, это вот они разнятся по своему стилю. Баскетбол — это баскетбол, хоккей — это хоккей, бокс — это бокс. Ну, все зависит, конечно же, от истории. Мне все равно люди интересны от того, что за ними стоит. Какая история и какие поступки. Потому что, например, опять же, если возвращаясь к тем же хоккеистам, я сейчас видел на НТВ Плюс репортаж с ними, какие-то короткие там интервью были. Да. И опять же, есть история про то, что одного там отчислили из института. Опять же, вот тоже, это типичная наша русская история, да? Он там пошел защищать честь страны, его тут же отчислили, знаешь, за неуспеваемость. Враг родины, да. То есть, какая-то есть всегда, я преломляю спорт к обычной жизни. К обычной жизни. То есть, вот для меня вот... Вот на твой взгляд, вот эти люди, которые совершенно нестандартной антропометрией обладают, да насколько им легко живется? Ну, я представил, если бы они летели сейчас 8 часов из Мальдив в эконом-классе, я, честно, пожалел, представил всю эту ситуацию. А теперь представь, что в соседнем номере у них была бы Тина Канделаки. И вот они хотят от нас спасаться. Сложно отыграться. Вот. И, конечно же, я понял... почему Рустам Тарика помогает команде из Казани. Я понял, что родным людям он готов все, практически полцарства. Отдать полцарства, да, чтобы поддержать их. Вот. И плюс, конечно, я также подумал, как тяжело афроамериканцам переживать российскую зиму, и как они должны утепляться, чтобы чувствовать себя хоть как-то. Более-менее комфортно, да. Более-менее комфортно. Но я знаю, что у многих из ребят, которые здесь семьями, в основном у них громадное количество обогревателей электрических дома стоит, несмотря на пластиковые окна и так далее. Это серьезная такая история. Вот. Зато в московскую жару не чувствовали себя комфортно. Да. И последний вопрос. Человеку, который одевается очень модно, выглядит стильно и так далее. Дизайн формы баскетбольной, вот насколько он тебя устраивает? Тебя не вызывает никакого противоречия, там, предположим, брюки спортивные, там, может быть, выше носки нужно, там, ну что-то такое. Нет, вот, я взгляд со стороны. Вот сейчас у них у всех нет, не одинаковые у всех кроссовки. Я просто
видел на тренировке, что у них разного цвета у всех. Да. Я понял, что каждый здесь тоже индивидуален. Абсолютно точно. Да нет, мне кажется, что все прикольно. Все очень даже конкурентно. Я думаю, что все, кто хотят выделиться, они, либо сделали татуировки, либо, надели какие-нибудь повязки. Да. То есть они все, скажем так, прекрасно понимают свои выигрышные стороны, как они могут обратить на себя внимание. Все зависит, правда, от харизмы. Почему там Дэвид Бекхэм постоянно обращает на себя внимание? Не потому, что у него там жена постоянно тоже меняет что-то. Есть какой-то элемент, да? И каждый придумывает. Аршавин понял, что его совершеннейший жест прикладывать палец к губам – это его фишка, и это нужно постоянно культивировать. Так и тут, мне кажется, что если уже знать игроков, ты понимаешь, что нового от них можно ждать или почему они ведут себя так или иначе. Андрей, огромное спасибо. Спасибо большое, приятный вечер. Я хочу сказать вам, друзья, если у вас есть шанс и вас приглашают на баскетбол, не откажите себе. Это правда адреналин и отличная энергетика. Андрей Малахов был у нас в гостях. Мы продолжаем, собственно, баскетбольную тему.